Владимир Жириновский назвал уральцев самыми тупыми в России. Это признание от лидера ЛДПР прозвучало накануне в интервью одному из федеральных каналов. Политик рассказывал о Борисе Ельцине, объяснил его якобы невысокий интеллектуальный уровень уральским происхождением. Урал, 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 там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле, там вообще тупое население. Там дебилы живут. Вот от Перми до Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой до упора. Как и Горбачев. По словам политика, этот вывод он сделал на основании своих поездок по стране. Правда, как раз во время этих визитов тот же Екатеринбург лидер либерал-демократов называл свердловчан достойными людьми. С чем связана нынешняя перемена в концепции, сам лидер ЛДПР не сообщил. Сами же скандальные заявления, похоже, останутся без последствий. Призвать к ответственности депутата Госдумы за публичное оскорбление уральцы не смогут. По закону это лишь административное нарушение. К тому же, как говорят юристы, выиграть у Жириновского в суде по этому делу практически невозможно. Если бы он сказал, ну, назвал дебилом там какого-то конкретного человека, то, думаю, шансы были бы. А в данном случае неопределенное, так сказать, количество людей, ну, суд посчитает, что это его субъективное мнение о жителях Среднего Урала.